Здравствуйте. Ответ всем, кто ищет цинк, кто занимается аффинажем. Я тоже искал, долго искал, не мог найти. Даже купил на eBay за 10 евро 110 грамм. А потом подумал, где-то же должен быть еще. И вот выплавил себе из гаража больше, чем 110 грамм. А где нашел? Это есть в каждом городе. В любой мастерской, считай, что. Это просто грузило для машин. Как вы здесь видите, есть ЦН, цин. Это цинк, чистый цинк. Когда будете плавить, просто вот эта бляшка уйдет, краска уйдет, и останется чистый цинк. Вот тоже, например, 25 грамм. ЦН, 660, я не знаю, что такое 660, но, в общем, это 15 грамм. Выплавил я, и получилась вот такая вот вещь. Не ломается, конечно. Это не гериалюмин, это цинк. В общем, если кто-то ищет цинк, можете найти его вот здесь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До свидания.